Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Сегодня я готовлю очень вкусную и особенную закуску. Это закуска к пиву. Будет горох нут. Я выбрал очень ценный сорт гороха нут. Он крупный, максимальный из того, что я мог купить. Нут я промыл чистой водой. И теперь я заливаю его фильтрованной водой, чтобы вода только покрыла нут. Через какое-то время, может быть полчаса-час, нут впитает воду, и я еще подолью немного воды. Главное, чтобы он не был полностью в воде, чтобы легонечко дышал. Прошло 60 минут. Нут уже впитал большую часть влаги, и я доливаю воду. Перемешиваю, чтобы он все время дышал. Водичку я долил, и опять смотрим. Как только водичка впитается, добавляем. Оставляем замачиваться нут на полсуток. Горох нут замачивался сутки. Через полсуток я его проверил, он всю водичку выпил, поэтому я ему добавил еще водички. Я взвесил горох до замачивания и после. Он увеличился в размере ровно в 2 раза. Сейчас я разделил горох на 3 равные порции и сделаю 3 разных рецепта. Одну порцию я просто положу в сковороду, а сковороду отправлю в духовку, нагретую до 100 градусов, и горох будет подсушиваться. Вторая порция зальется прекрасным светлым пивом. Пиво должно быть очень вкусное, такое, как любите вы. И будет вариться. Вариться будет, я не знаю, сколько времени, потому что горох очень долго замачивался, чтобы он не превратился в кашу. То есть нужно пробовать, чтобы он еще был упругий. А третью порцию я залью обычной водой. Обе порции, которые будут вариться, я не солю. 2 варианта нута уже отварились. Они варились 25 минут. Вариант в воде и вариант в пиве. Вариант в пиве на ощущение достаточно упругий, а вариант в воде он уже почти разваренный. Я не знаю почему, но делайте выводы. Третий вариант сейчас сушится в духовке. Я оба варианта ставлю каждый на своей сковороде с толстым дном и на самом медленном огне подсушиваю, чтобы из них вышла вся влага. 2 варианта нута уже почти высохли, но внутри еще ощущается влажность. Я добавляю понемногу обычного рафинированного масла, без вкуса и запаха. И опять прогреваю их. Ну вот, друзья, как всегда, самое приятное – это дегустация. У меня прекрасное светлое пиво. Мне всегда было интересно, когда я смотрю чужие видео, то всегда кто-нибудь да напишет: конечно, конечно, сам себе готовит, еще ни разу не сказал, что было невкусно. А я говорю: нет, я когда готовлю, получается невкусно, всегда говорю на камеру: да, это было невкусно. Я всегда хотел сделать такой замечательный горох нут, потому что когда я его замачивал для других блюд, и он прекрасно впитывал в себя влагу, сам горох, даже сырой, был очень вкусный. Поэтому сейчас я буду дегустировать целых 3 вида гороха нут. Первый горох, тот, который был замочен и просто высушен в духовке. Второй горох был замочен, потом он варился в пиве 25 минут. А после этого я его положил на сковороду, подсушил и обжарил в растительном масле. А третий вариант нута тоже он замачивался, варился в обычной воде и тоже обжаривался в масле. По ощущениям, сейчас мы узнаем. Первые орешки, которые просто высушили из духовки, они абсолютно сухие, даже немного уменьшились в размерах. По виду сырой горох нут, еще и твердый. Вторые орешки, которые варились в воде. Шкурка твердая, внутри мягкий, как будто бы вареный нут, похожий на пюре, которое очень сухое. Третий горох, который варился в пиве. Шкурка у него не такая твердая. Внутри тоже похоже на попкорн, который еще не взорвался. Здесь 3 варианта гороха нут. Он стоит достаточно дорого. Вкус абсолютно бесполезный. То есть его нельзя использовать как закуску к пиву. Проще пить пиво
без ничего. Если вам очень хочется сделать легкую закуску к пиву, возьмите, купите бланшированный арахис без шкурки, высушите его в духовке, посолите, и будет намного вкуснее. А горох нут используйте по своему прямому назначению. Поэтому сейчас вы можете знать, что те рецепты, которые обещают прекрасную закуску к пиву из гороха нут, они абсолютно глупые, потому что этот горох невкусный. Друзья, смотрите мои видео, пишите в комментариях, что вы думаете. Если вам понравилось видео, ставьте лайки. Ссылочка для подписаться на мой канал вот здесь внизу. Вот здесь висит колокольчик. Нажимайте на колокольчик, и вы будете всегда в курсе всех новых видео, какие у меня появляются на канале. И помните, кухня – это самое спокойное место. Отличных вам рецептов, хороших опытов, и смотрите мои новые видео. Всем пока!